Ребят, всем привет! Вот такая вот шестерочка была замечена. По фонари? Дальний хорошо мигает. Еще родная, наверное, да? Сколько нервы? На такую машину собрать сколько нервы? Я брат. Ну что, хорошо, они не гниют. А у меня 2001 было, пороги сгнили, дырки в этих под салонами. Пришлось ее продать за, 420 тысяч продал, вот летом. Шестерку, пятиступка была. Но вот это четырехступка. Нет, пяти. Пяти? Да, переделали. А, там и... мотор троечный стоит. 1.5 тоже, 3. Да? 1.3. А, 1.3. Спортивный мотор стоит. А у меня была... 1.5 пятиступка. Но она вся сгнила, ты не представляешь. Но зато салон был хороший. У нее пробегу было 90 тысяч. Да, мы ее с нуля брали. Но вся сгнила. Ладно, ребят, вот такая вот троечка Жигули.